Клуб веселых и знаходливых сегодня означает юбилей. Знакомитая передача вышла у эфир черно-белого телебачения 60 годов тому. Это один из самых долго иснующих телепроектов. Гомельское региональное представительство клуба дейничает амаль 20 годов. За этот час объединение собрало и выховало сотни творчих людей и поспеховых команд. Областный центр на международной арене представляли такие коллективы, как «Изно 25», «Ультра» и «Ластовка». Главным проектом клуба веселых и знаходливых у Гомелі зараз з'являється ліга КВЗ.Біл – республіканський чемпіонат, який став головною кузнею кадрів гумористичного накірунку у нашій країні. Все команды, которые представляют нашу страну на международной арене, в частности, сейчас команда КВН «Доктор Хаус» из Могилева играет в высшей лиге КВН, это, безусловно, наш выпускник, команда, которую мы здесь много лет учили играть. Наконец, это наш чемпион 2019 года. Вот. И наши достижения вот за этот период времени, вот, это, безусловно, вот эти вот самые лучшие команды в Беларуси, которые мы выращиваем.